Мир в суперпесочнице. Мышка вышла. Ну а ю. Сиси, что она тут делает? Так его зовут Ноаю. Она сумасшедшая. Сиси, беги. Букашка, ты меня не боишься? Ноаю. Мне плевать, кто ты. Я спасу Ноаю. Сиси, ты настолько высокомерна, хоть ты лишь НПС, бесишь. Сиси, ты ей не противник, беги. Я доминирую над вами. Такие, как мы, должны быть королями этого мира. Как ни старайся, от судьбы не убежать. Идите вы все. Сиси. Получи. Что? Это телепорт. Что? Почему так быстро? Она хороша в ближнем бою. Для баланса между командами система увеличила скорость движения. Это и есть навык телепортирования. И ему не победить. Он вообще НПС? Как он это сделал? А ты занятный парень, но тебе за мной не угнаться. Я убью тебя. Ну а я? У тебя больно? Не могу вытащить. Он намеренно дал мне его ударить. Как? Как тебе удалось? Меня убил НПС. Такие, как ты, должны умереть. Откуда у тебя такая сила? Теплое чувство. Впервые такое чувство. Я тебя запомню. Запомни меня. Я Мэнкси. Свет. Это одежда игрока? Ну а ю? Ты в порядке? Мэнкси сказала правду. Ну а ю, забудь, твой друг еще жив. По правде говоря, это правда, у нее есть еще ХП. Сиси, очнись. Не бойся, у меня есть хилка. Спасибо. Она скоро проснется. Я не буду благодарить тебя за ее убийство, но будь осторожна. Это из-за тех парней?
Биби. Баюи, ты где? Были небольшие проблемы. Вот координаты. X1930, Y3326. Нужно доложить об этом. Да, вернемся обратно. Ну и встретимся позже. Надеюсь, ты будешь жив. Ною, ты мне врала, ты играла с моими чувствами. Нет, все не так. Хватит, перестань валять, дурочка. Не разговаривай со мной. Как замечательно. Похоже, Ною отчаялся. Пора и нам объявиться. Нужно действовать. Это спасибо, что помогла. Это... А как снять этот костюм? Во-первых, надо нажать на кнопку меню. Блин, надо извиниться, я был таким идиотом, был зол и оставил ее за дверью. Потом нажимаешь на кнопку «Убрать все оборудование». Я еще не готова. Куда делась моя одежда? Ну а ее? Извини. Он должен быть здесь. Да, по нашим данным, он в квартире. Нужно сделать это быстро, тихо, не мешая другим игрокам. Я сожалею. Эта штука не снимается. Каждый игрок должен это носить, снять его нельзя. А как так получилось, что я стал игроком? И как отличить игроков от НПС? Тебя обливаем глазу детектор. Он и может помочь отличить НПС от игроков. Я не знаю, как объяснить того, что произошло сегодня. Но по правде... Я хотел извиниться, она говорит тебе такого. Да ладно. Когда это узнал, тебе, наверное, было очень больно. Мне это в тебе и нравится. Я сделаю все, чтобы защитить этот мир. Но только как подругу. Я знал. Надо было тебя еще тогда убить. Но ты моя первая подруга. Ты был так добр ко мне. Не надо мне так говорить. Точно, чуть не забыл. Можешь найти одежду для Сиси. Ее вся в крови, пожалуйста. Хочешь ее лично переодеть? Нет, что ты. Я даже о таком не думал. Если я дам ей одежду, мы станем друзьями. Странная логика. Одежда на кровати, я пойду. Что ж, я помогу ей. У него много плакатов монстров. Это... Кто так поздно стучит в дверь? Здравствуйте, ЭБР, откройте. По нашим данным, по этому IP-адресу распространяется незаконное видео. Пожалуйста, сотрудничайте с нами. Это ошибка, я ничего не распространяла в интернете. Кто этот мальчик? У вас расстройство матрицы, нам придется стереть вас для защиты. GAII. Что ты делаешь? Что? Посмотрите. Мою. Как это возможно? Он же не игрок. Кто вы? Что вам нужно от Ною? Здравствуйте, игрок. Просим прощения за беспокойство. Не мой.
может быть ВГМ. Мы программная система. ГМ Черной Волки. Наша работа состоит в том, чтобы поддерживать нормальную работу системы, устранение багов, ошибок, присутствующих в системе. Откуда у этого НПС браслет игрока? Он мой друг, он не НПС. По нашим данным, этот браслет принадлежит МНКСИ. Ошибка в системе. Мы допустили ошибку. Мисс, меня слышно? Винсент, господин вернулся. Вы должны выйти из игры. Нет, у меня важное дело, я не могу. Мне придется сделать это. Прости, Нуи. В комнате лежала девушка, она НПС. Она подозреваемая? Нет. Босс, у нас есть данные о нем. У него нет должности, нет умения, если это не ошибка, то он хакер. Нужно установить чип в его мозг, чтобы следить за его действиями. Если он хакер, мы его забаним, но если он НПС... Дымовая бомба. Враг. Манай, кобыльное молоко. Если собаке оторвать голову, она умрет. Шоу Хай прибыл. В квартире у него преимущество. 2-2. Нет, 1-2. Очнулся. Дебилы, жить хочу. Наша цель — тот парень. Я ваш противник. Думаешь, победишь, чтобы у КМФ уровня? Вейменджи, эй, я тебя уничтожу. Хорошо, я отомщу тебе за сына. А он силен. Думаешь, спрячешься, трус? Здесь негде прятаться. Кто? Это парик. Что за шум? Что случилось? Ну, мою. Мы разнесли его дом. Что? Где я? Я связан, не выбраться. Ты проснулся? Это вы меня связали? Кто вы? Чанс Гин ждет вас. Он хотел вас увидеть, но я не ожидала, что так быстро проснешься. Иди за мной. Чанс Гин ответит на все твои вопросы. Ладно. Монах?